Музей ретро-радиотехники, расположенный в селе Кандабулак, становится все более популярным. Помимо местных жителей, его посещают и туристы из других районов, и даже областей. Недавно здесь появились новые экспонаты, которые позволят любителям старины проникнуться атмосферой советской эпохи, вернувшись на 30, 40 или 50 лет в прошлое. Приобрели несколько еще экспонатов, немало. Вот кинопроекторы у нас теперь 4 штуки. И к ним и пленка есть кое-какая, можно смотреть фильмы, только нет у нас экрана. Киносъемочный аппарат, действующий, рабочий полностью. Он снимает на черно-белую пленку 8-миллиметровую. И вот такой вот аппарат, который все это показывает. Сейчас организаторы музея планируют оборудовать мини-кинозал, чтобы предоставить людям старшего поколения уникальный шанс вспомнить детство и юность, а молодым – возможность прикоснуться к истории. Практически эта вся выставка интерактивная. Все, давайте сами перемотаем кассеты, давайте включим сами. И вот освоим в полной мере, когда мы... Весь этот съемочный материал, будем и фильмы показывать. И это не единственное приобретение музея за последние несколько месяцев. В период пандемии экскурсии запрещены, но создатели музея время даром не теряют. Посещают местных старожилов, выезжают в другие населенные пункты района в поисках ретро-техники. Благодаря их стараниям за последние месяцы выставочные полки и витрины украсили не менее 50 новых экспонатов, переданных из личных архивов жителей и даже гостей района. Вот, например, приемник «Легенда», он с Казани привезенный. Ну вот колонки мощные, по тем временам были 80-х, это была аппаратура очень хорошая, высшего качества. Проигрыватель несколько штук, цветомузыка. Принесли пластинок нам для патефона, где-то 60 с чем-то штук. В отличие от многих музеев, здесь нет табличек «руками не трогать». Все экспонаты можно посмотреть, взять и внимательно изучить. По мнению организаторов, только так можно в полной мере ознакомиться с традициями, бытом, песнями и стихами тех лет, по которым до сих пор ностальгируют люди старшего поколения.